Добрый день, с вами Евгений Пивоваров, канал «На природе». И мы находимся недалеко от Себежа, на Трубазе Озерявки, про которую уже был ролик на канале, но несколько в новом статусе. Дело в том, что произошло знаковое событие. 17 мая 2024 года официально была создана биологическая станция. Себежская биологическая межорганизационная станция. На базе инфраструктуры, соответственно, Национального парка Себежский, а научное кураторство в области исследования водных экосистем ведет кафедра ихтиологии МГУ. Соответственно, долго мы шли к этому проекту, и на самом деле это тот случай, когда не вначале что-то создается, а потом пытаются облечь форму. Здесь от обратного. Уже было множество научных экспедиций, в том числе и сюда, вот на турбазу Озерявки, которую мы используем в качестве научной базы, и уже выпущены научные статьи, и проводятся исследования, мониторинговые исследования по ряду направлений в области изучения ихтиофауны. То есть осталось это облечь в форму биостанции, и вот, наконец, это произошло. События, на самом деле, неординарные, потому что в России, да, существует порядка двух десятков биологических станций, но крайние из них были созданы в 70-х годах прошлого века. Вот, поэтому больше 50-летий у нас биостанции не создавались. И вот такое событие случилось, но это отправная точка, а дальше больше, дальше будет и продолжение будет исследований, и расширение исследований, и биостанция работает, в общем-то, как ей положено. Ну, а я хотел поделиться с зрителями канала радостной новостью. Все еще находимся в экспедиции, все еще собираем материал, еще пару недель будем здесь находиться. Вот. Ну и по мере возможности, конечно, буду пытаться что-то публиковать и отвечать иногда на комментарии, но это будет не часто, потому что интернет с большими перебоями, оперативность точно гарантировать не могу. Ну, а с вами был Евгений Пивоваров. Всем удачи, до встречи на природе.